Что? Здорово же на солнышке. Ну, сейчас где-то 20 градусов на улице. Ну, может, чуть поменьше. Ай! Я даже не заметила. А чего ты так? Кусачка. С чего это ты решил, что я буду кусаться? Ну что, ты обратно в свое яйцо полезешь, прячется. В общем-то, уже почти все яйца вскрыты, да? Так, сейчас посмотрим. Вот здесь вот собираете вылезать. Полезать, собирается вот это яйцо. Ну что, ты с нами поговоришь, малыш? Привет. Привет, малыш. Как у тебя дела? Вот так лучше видно. Вот один малыш уже совсем вылез. И сколько у нас тут яиц уже открылось? Раз, два, три, четыре. Вот еще один хочет вылезать. Привет. Привет. Вот иди. Привет. Ну что, будешь вылезать? А вот еще один, смотрите-ка. Вот он, зарылся, который вылез. Ай, ты какой, я тебя ищу. Где ты? Привет. Закопался. Как дела? Закопыш. А я думала, ты из этого яйца вылез. Вот ты приколист. Угу. Я спрячусь, иди там. Итак, раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, 10 из 16 уже открылось. И это произошло... За сутки 10 яиц одновременно вот-вот начали выходить. Привет, малыш. Не убегай далеко. Уф, да ты, привет. Привет. Ты такой симпатичный. Маленький малыш. Ну не убегай пока, не убегай. Не убегай, сходи внутрь. Так, это яйцо у нас уже, значит, пустое из него вышел, вот этот малыш. А второй-то откуда вылез? Я вот что-то не понимаю. Не уходи, не уходи. Так, отсюда не вылез, 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 да не уходи. А, вот, отсюда вылез. Вот, кстати, да, яйцо я сразу не заметила, но... С этого бока покрылась плесенью, но при этом малыш хороший, живой, еще нормально у него. Одно яйцо у нас испортилось. Вот здесь лежало. Тут мох положила. Я его убрала отсюда. Оно испортилось где-то через месяц после кладки. Вот. А этот, ну, портиться начал, но хороший при этом малыш. Так, это я тоже уберу тогда. Открывшийся один, второй оставлю, потому что без плесени. По-моему, здесь тоже что-то есть, если не ошибаюсь. Кто тут у нас? Малыши. Это самое большое яйцо. Мордашки все вылазят и вылазят.
Вот еще одна мордашка. Вот еще одна мордашка. Привет. Все, я его закрываю. Вот угу. Да никуда я тебя не деваю. Так и останешься. Все неуютно стало. Какой-то смотри, какая морда. Вот тут. Не уходи. Пока что. Вот такой мячик тут. Не уходи, не уходи. Да не надо тебе уходить. Успокойся. А внизу еще прикольно. Не только наверху. Я пошла гулять. Интересно, как они равномерно выходят, да? За сутки 10 открылось, 10 сразу за сутки. Прикольно. В тот раз так по-разному выводили. Ну как, относительно, но все-таки не так дружно. Ой, к тебе друг ползет. Братья встретились в коробке. Привет, брат, привет. Тут носик. Привет, носик. Привет. Привет, носик. Ты такой симпатичный. Можешь лежать. Я так посмотрела. Это ты уже открылся давно, еще вчера. Ой, смотри, вылезает. Решил. Интересно слишком стало. Ну что ты? Привет. Да, привет. Меня можешь не бояться. Я тебя буду кормить. Положи мне свою голову. И отдыхай. Смотри, какой милый. Голову положил, наверное, пальцы еще. Чего, еще посидишь? Ну, посиди, посиди. Ну что, откроем чуть-чуть, да? Ну, давай, выходи, друг, к нам. Обратно залез. Обратно испугался. Нет, говорит, не хочу я к вам. Отстаньте от меня. Ну выходи. Привет. Привет. Ты же хотел. Уже ну, сколько? Что ты там стоишь? Сидишь. Стоишь, сидишь. Ну что, будешь выходить? Привет. Придумал. Решай. Ладно, не хочешь, как хочешь.
Можешь еще полежать. Мы все видели, что ты собирался выходить. Вообще-то. Так, ну давайте тогда у вас прямое. Ой, какой злой. Ой, какой злой. Маленький, а злой. Не хочет, чтобы его хватали. Дайте меня своими грязными руками. Так, все хорошо. Я сейчас пересажу, чтобы ты здесь не потерялся. Да? Надо же тебя пересадить. Или ты не хочешь? Куда-нибудь. Я угодно хочу. Так, ну что, пересаживаем тогда двоих пока отдельно. Наверное, да, двоих. То ли маленький, то ли большой, не, может, не поймешь. Где там второй у нас? Вот второй. Вот они. Вдвоем, два брата. Ну что, найдемте два брата. Ты же даже не надеешься даже на самок. А, нет, я просто не знаю. Полос, он мой. Все, тогда я их. Хотите сюда? Очень хорошо. Есть укрытие. Ну что, вы ничего не понимаете. Видите, смотрите, там есть. Да, тут можно спрятаться. Смотри, твой брат все понял. А ты. Иди и прячься. Вот так. Можно это яйцо, в принципе, положить туда, в коробку, чтобы пока я буду на работе, он никуда не делся. Я тоже об этом подумал. Потому что он такой-то уже проворный, все хочет вылезти. Так что я, пожалуй, так и сделаю. Давай я тебе покажу. О, молодец, увидел. Поздравляю. Давай, прячься, прячься. А тебя мы перенесем. Раз ты у нас такой. Вот так сюда поставим. Будешь ты. Сам чуть-чуть. Вот так. Два брата и яйцо. Они в коробке. Тут некоторые тоже, наверное, скоро уже повыходят. Пока непонятно. Что там с ней будет. Ну все. На работу пора. Да. Пока, малыши. До вечера. Открывайтесь еще. 6 штучек осталось. Привет, кучка. Привет, кучка. Ну что, кучка Полозов? Я вас сейчас рассажу. Ну, короче, за ночь. Сколько тут их выползло? 7? 7, наверное. Ну, не видите, попрятались. У меня осталось 4 яйца. 1, 2, 3. И вот это вот. А это? Она сидит. Ну, он сидит, а я именно не открывшийся. 1, 2, 3. И все пустые, пустые. Не пустой. А этих малышей мы унесем. Лёшеньки. Пойдите ко мне. Да ладно.
ладно, не бойтесь. Вот эти симпатичные. Да? Да, хорошие. Очень даже хорошие. Четкие такие. О, какой четкий рисунок. Красиво, когда они такие четкие. Нет, тут такой же. Так, вы втроем сюда. Еще ты один. И ты пока сюда. Сидите тут. И его один. Всех посажу вон в одну коробку. Будете знать. И последний, да, там? Так, все, сиди. Так, коробку на место. Что у нас получилось? Нет, не убегай в елку. Мы тебя в елке не найдем. Нет, нет, нет. Стой, стой, стой. Не убегай в елку, не убегай. Сиди клубочком, вон твои братья сидят. Это все самцы, кстати, да. Это самцы. Это группа самцов. Здесь их четыре. Четыре самца. Нет, сиди, сиди, сиди. Нет, нет. Нет, зачем ты убегаешь? Ты какой? Побегуны. Все, они развязываются, развязываются. Нет, не разбегайтесь. Не надо. Вас же никогда не словить будет. Сидите спокойненько, загорайте. Солнышко, ультрафиолет. Полезно. Ну, еще одна мордашка. У них на солнце так зрачки видны, классно так. Не знаю, видно здесь, нет? Вон. Видно зрачки? Эй, стой. Что? Здорово же на солнышке. Ну, сейчас где-то 20 градусов на улице. Ну, может, чуть поменьше. Ай. Я даже не заметила. А чего ты так? Кусачка. С чего это ты решил, что я буду кусаться? Так они в целом очень спокойные. Тут один есть только, который кусается. По-моему, один из всей кладки. Остальные такие вообще прям. Но они почти сразу, как бы, с яйца, когда вылезали, я их сразу на руки брала. Они такие, типа, нормально. Красавцы. Красавчики. Ну какой четкий. Четкий рисунчатый. Не боись, все хорошо. Друг на друга ужасно похожи. Все такие одинаковые. Просто вообще. Прости, близнецы. Вот близнецы. Убегалки. Один сидит вообще, ему нормально. О. Эй! Так далеко не надо. Вон какой. Один. Скрутился, как этот болт питон. У нас питон, полпитон. Какой шарик. Оп, шарик. Шарик. Кому шарик? Шарик из змеи. Полос шар. Так, не убегайте. Грейтесь на солнышке.
так они резко меняют свой цвет, может, такой подростковый или как это, малышовский. Когда из яиц вылезают, все такие голубые-голубые, потом такие зеленоватые. Потом, когда они уже года в два становятся полностью своего цвета. У меня самка, когда пришла, двухмесячная она была, такая зеленущая, прям у нее шея была прям зеленая. Я думаю, блин, отстой, будет такая не очень голубая. А выросла голубее, чем самец, который, я его купала, ему было 7 месяцев, он был прям голубой вообще, такой синий с голубым, очень светлый, очень красивый. А в итоге он стал более серый, в принципе, вот, чем голубой. А она, наоборот, стала ярко-голубая, с ярко-синим таким насыщенным. Так что вот так вот они перецветают. Надо было еще самку взять. Вместе бы гуляли. Она бы радовалась, что ее яйца не пропали. Что все вышло, все живо. 2 месяца им, да, практически. Ну, почти, да. Потому что они начали выходить с 11 мая и выходили до 16 мая. А сегодня у нас... 11-е. Так что, в принципе, ну, почти 2 месяца, да. Такие вот красавцы. Такие вот хорошие мальчики. Длина у них сейчас примерно 55 см, около 60, может. Так где-то. Вот они такие. Спокойные, ничего, никто не дергается, не прыгает, не убегает. Такие хорошие. Такие пока контрастные. Даже можно вот, например, вот так сделать. Да, они не пугаются вообще ничего. Хочешь, вот, можно раз за голову взять. Под голову, я имею в виду. Зафиксировать. Никто ничего не пытается там дергаться, кусаться. Потому что я их постоянно беру в руки. Самое главное, что у них именно родители голубые, без зелени, без всякого такого некрасивого. Люблю бьюти, по крайней мере. Зеленая в Blue Beauty, по-моему, вообще как-то не очень смотрится. Мама у них более голубая, а самец он более такой серый скорее, чем голубой. А мама вот прям такая синяя с голубым, такая яркая. Вот. И она в детстве как раз была более контрастная такая.